Блокчейн-технологии как решение финансовых и медиа вопросов в законном обороте марихуаны. Медицинский каннабис повышает вкусовые ощущения у больных раком и способен уменьшить боль после химиотерапии или операций. Он легализован в Великобритании, Германии, Италии, Испании и некоторых других странах. Однако в большинстве стран каннабис находится в статусе, который не позволяет бизнесмену иметь банковский счет или размещать массовую рекламу из-за жестокой антинаркотической политики, несмотря на применение данного товара. Проект Canna SOS предлагает многоуровневую, децентрализованную онлайн-транзакционную платформу с использованием PerxCoin токена. Создатели подчеркивают, что отрасль каннабиса – это лишь отправная точка для демонстрации беспрецедентных возможностей блокчейн-технологии как децентрализованного инструмента для управления сложными коммерческими отношениями между участниками рынка.